Дорогие друзья, добро пожаловать в виртуальную студию «Парк Патриот Медиа». И сегодня у нас в КВЦ «Патриот» во время проведения пятых международных армейских игр 2019 была открыта фан-зона. И в фан-зоне впервые сегодня прошел конкурс. Это конкурс кольцевых гонок на автосимуляторах. Это действительно командные соревнования. Такие соревнования и в настоящем автоспорте проводятся. Здесь собрались команды, которые уже проходили отборочные соревнования. Мы готовились в Киберспейсе совместно с Racerum. В дальнейшем мы планируем проводить сетевым образом на базе всех региональных площадок Юнармии эти гонки. Итак, у нас в этой студии победители конкурса. Три команды, которые участвовали в последних финальных заездах. Это команда Домино, команда Юнкор и команда Репорт. Третье место получает команда «Домино». Это специальный приз, который от армейских международных игр. За второе место этот приз я вручаю команде «Юнкор». Это наши выпускники школы юных корреспондентов 2019 года. И вот аккуратно оттормаживается, максимально аккуратно проходит последний поворот. И команда «Репорт» выигрывает финальную гонку. Главный приз получает команда школы юных корреспондентов «Репорт».